Многодетным семьям дали воду в 256-м квартале, где ангарчане получили бесплатные участки под строительство домов, установили водоразборную колонку. Муниципальный заказ выполнили сотрудники водоканала. С заданием они справились за 2 недели. За 1,5 миллиона рублей рабочие проложили 226 метров трубопровода, установили 2 колодца и саму колонку. Теперь местные жители от общей системы могут подвести трубу к своим домам. Данный район начинается застраиваться. Естественно, здесь без воды вообще невозможно. Даже строиться без воды невозможно. Поэтому вот колонка даже на первое время, пока идут строительные работы, она им необходима. Дальнейшее использование, эта труба 250, она предназначена продолжаться дальше, да, на оборудованной территории, на тех территориях, где будут индивидуальное жилищное строительство. Ну и в целом, в планах закольцевать ее с 400-кой, которая будет проходить со стороны АМЗ. То есть весь этот район, в принципе, должен быть обеспечен водой. Рабочие предусмотрели и систему безопасности, чтобы водители грузовых машин, приезжающие за водой, не снесли колонку. Здесь установили специальные барьеры.